Обладателями трех медалей различного достоинства стали дагестанские борцы греко-римского стиля на финальном этапе спартакиады молодежи России. Соревнования прошли в Уфе. Чемпионом весовой категории до 60 кг стал Денислам Баматов. В шаге от высшей ступени пьедестала почета остался Гаджи Нуров в весе до 72 кг. В категории до 87 кг тройку призеров замкнул Магомед Муртазаев. Всего же обладатели 10 комплектов наград определили 93 борца из 32 субъектов страны.